находимся здесь, на Кумбамеле, в таком неком импровизированном кафе. И делаем специальный репортаж для журнала Vegetarian. Кумбамела – это самое крупное духовное событие на планете. Или самое крупное собрание людей в целом, потому что здесь будет более 75 миллионов на протяжении полутора-двух месяцев. Вегетарианский праздник на Земле. 70 миллионов людей здесь едят чисто вегетарианскую пищу на протяжении всего времени. Во-первых, убийства запрещены в святых местах, в святых городах. Во-вторых, чисто с санитарной точки зрения, обеспечить такое количество мясом, это нужно было бы убить множество стадов животных, сотни тысяч коров должны были бы погибнуть. Но корову в Индии священное животное, естественно, никто убивать не будет. Индийская пища специфическая. Надо помнить, что пища здесь должна быть тут же приготовлена, тут же съедена, потому что санитарные условия не позволяют холодильникам. К тому же пища, которая хранится долго, считается пищей в невежестве. Так они делают пури. Пури – это особые лепешки, которые делаются из теста и варятся, жарятся в масле. Пури очень вкусные, и пури, как правило, едят сабджи. Сабджи – это особое из горошка, чекписа. Из турецкого горошка сделанное. This rice. Рис. Chola rice. Чатни холды, Радро. Чатни холды. И видите, вот там паломники могут спокойно съесть горячие пури, сабджи, рис и, конечно же, индийский перец. Покажи перец, ланка, чили. Sweet, sweet. В принципе, это всегда сочетание индийское. Кухня – это всегда сочетание экстремальных вкусов. Сладкое, горькое, жареное, жирное, но при этом все очень здоровое, очень быстрое, очень хорошо перевариваем. Не забывайте о том, что метаболизм здесь работает у людей совершенно по-другому. Метаболизм полностью зависит от солнца. И солнце в Индии занимает особое положение, поэтому тела людей, индусов, они больше приспособлены к йоге, к различным физическим нагрузкам, к перевариванию пищи. И, конечно, для нас, для европейцев, очень трудно быть на такой диете, но индусы живут на ней всю жизнь и чувствуют себя замечательно. Главное, что это пища, свободная от кармы. Но еще более глубокая идея пищи – это предложение ее Господу в храмах. Поэтому существует так называемый просадом, освященная пища. Вот именно такую освященную пищу различные миссии раздают здесь, на Кумбамеле. Thank you.
Прекрасно уже изготовлены, они надутые, теплые, горячие, экологичные. И абсолютно никакой возможности заразиться ни инфекцией, ничем нет. Так что те люди, которые говорят, ой, в Индии это инфекция, это болезни, они даже не имеют представления о том, что этот фестиваль настолько подготовлен уникальным образом. Здесь проведены трубы. За 6 месяцев здесь провели канализацию, воду, электричество. И правительство, и различные духовные миссии сделали огромную потрясающую работу. И сейчас он может функционировать и принимать миллионы людей. Мы идем дальше. Индия – это родина множества различных закусок. Мы знаем лишь только чипсы и попкорн. Но в Индии с древних времен делают прекрасные закуски. Причем делают их исключительно из зернобобовых. Это называется чаначур. Зеленый горошек, обжаренный в масле. Кукурузные палочки, орехи кешью, дутый рис. Это аналог современного попкорна. Все эти прекрасные закуски стоят очень дешево и являются частью индийского фастфуда с незапамятных времен. Таким образом, паломники, которые готовятся идти в горы или в местности, где нет возможности приготовить горячую пищу, всегда могут довольствоваться такими удивительными закусками, которым уже тысячелетия. Фактически это раскрученная такая система фастфуда, которая существует в Индии везде повсеместно. Вы можете купить это в поезде, на вокзале и, конечно, здесь, на фестивале. И мы видим, что огромные мешки закусок, да, они могут производить бесконечное количество паломников, которые приходят сюда. Китна пайса. Пандаракисал. Пандараксал. Всего лишь 15 рупий стоит большой мешок. Как дал? Я? Банаги. Банаги. Чеди. Видите, таким образом всего лишь 15 рупий, и вы спасены от голодного шока. Главное, что при этом вы еще можете умудриться прочитать новости в индийской газете. Мешочки всегда очень интересные. Вообще, индусы прекрасно справляются с плодами западной цивилизации, превращая его в упаковку. Они делают множество интересных объектов, лампы из консервных банок, строят дома из больших керосиновых бетонов. В общем-то, а газета прекрасно используется здесь именно по назначению. В нее упаковывают, то есть все, что является новостями в мире материи, на Кумбамиле является просто упаковкой для орешков. Свежая мята, свежая редиска, свекла, чили, имбирь, масала, черная соль, лимон,
Все это делается прямо здесь, на фестивале. И я хочу сказать, что, конечно, для европейцев возник вопрос, а вы помыли руки перед тем, как вы начали делать? Ну, следует помнить о том, что индийский метаболизм, местное солнце, милость Господа в сочетании со святым местом дает прекрасный резонанс. Поэтому даже если вы здесь немножко поболеете, ничего страшного, это просто ощущение. Так что приехав сюда, будьте готовы ко всем испытаниям. Если вы не хотите болеть, то сидите дома, оставайтесь, смотрите телевизор, в интернете нашу передачу с Кумамилой, которую сделаем специально для журнала Vegetarian.